центре реабилитации диких животных под Дмитровом родился верблюжонок. В деревне Андрейково на площади в 4 гектара раскинулся своеобразный Ноев ковчег, где живут десятки видов различных животных и птиц. Есть здесь и 4 верблюда, вернее уже 5. Недавно у одной из пар родился крепкий и очень подвижный верблюжонок. Они поступили к нам, короче, люди отдали. Кормить было нечего, это лет 5 назад, наверное. Просто приехали, сначала позвонили, а потом сами привезли их. Первый раз дали потомство? Нет, не первый раз. Уже у нас есть, да, 3 уже из этой. Это 4-й, да? Да, 4-й уже. Управляющий питомником Арвидас Яблонскис дает имена не всем своим подопечным, их слишком много. Но этой паре повезло. Отца малыша Арвидас назвал Папаней, а мать – Маманей. Ну, а верблюжонок ожидаемо получил имя Малыш. А шанс, что кого-то из верблюдов заберут... Ну, что заберут кого-то из верблюдов, есть шанс? Нет. Нет, да? Они просто никому не нужны. На сегодняшний день в этом центре содержится около 1000 питомцев. Им оказывается должный уход и специальное медицинское лечение. Пребывание каждого животного и птицы сопровождают сотрудники Дмитровской государственной ветеринарной станции. Но как ты? А? А? Да. Да, да, да. Да, поговори, поговори, поговори. Да, да, да. Примерно половина обитателей питомника из средней полосы России. Это утки, совы, чайки, лисы, но бывают и необычные гости. Лев африканский, пума, фазаны, волнистые попугаи, амадины, лесные амурские коты, приматы, экзотические змеи, тигры. То есть здесь ветераны цирка, да? Да, ну те такие, ну куда девать, выкинуть, не выкинуть. Ага. А еще куда какие? Куда-то пристроить надо. Там много у нас, и волки есть, и лисы, цирки. Ну, короче, все, что можно было. Закрывается. Что? Что можно? Что? Что ты, моя хорошая ушастенька? Да. В естественную среду после реабилитации возвращаются в основном птицы. Молодняк уток, дроздов, стрижей, ласточек, дневных и ночных хищных птиц, а также вальдшнепов и других видов птиц, обессилевших во время перелета. Крупные животные попадают сюда из цирков и так называемых контактных зоопарков, где они уже отслужили свое. И здесь доживают свой короткий век. Содержит Центр реабилитации диких животных Московский департамент природопользования и охраны окружающей среды. Большинство этих диких зверей стали жертвами человеческой жестокости или элементарной жадности. Что касается экзотики, то чаще всего она была ввезена в российскую столицу контрабандным путем, а затем хозяева решили избавиться от проблемных, требующих много внимания и расходов питомцев. По словам Арвидаса Яблонскиса, в месяц на питание животных уходит 3,5 тонны мяса, как говядины, так и курятины. А еще только за одну неделю местные обитатели съедают 2 полных микроавтобуса с фруктами и овощами. Кто-то из этих питомцев после реабилитации возвращается в дикую природу. Кого-то после лечения забирают крупные зоопарки. А малыш и его родители, скорее всего, останутся в Андрейково, говорит Арвидас. И это хорошо. Здесь им будет безопаснее и комфортнее, чем где-либо.